Индонезии, у нее нахожусь на очередной свадьбе, только уже в Кавказе, и хотела показать, почему я делаю. Сегодня со мной такой вот плащ матовый, который в прошлый раз не получилось вам показать. Вот такой, здесь такая пряжка блестящая, почему он достаточно маленький, но в принципе с собой ничего много брать не надо, поэтому не хватает. Прическа у меня просто сверху подняты волосы, и здесь вот такого. Это просто распущенные волосы. А сверху она мне одета вот такая кофточка, на пуговичках, черненькая. Просто всю ночь шел дождь, поэтому немножко прохладненько. А платье сегодня не так. Здесь вот такие вот камушки вышитые. Вот. На ногах у меня вот такие вот туфли на высоком каблуке. Подходит к этому платью, я так думаю, здесь такой вот бантик сделанный. Вот такие вот тучинки. Ну, очень удобные. Вот все это был мой вид на сегодня. Надеюсь, что вам понравился. Большое спасибо.